Я, конечно, все понимаю. Обратная сторона, Нотр-Дам-де-Пари. Но вы посмотрите, как постригли деревья. Они все квадратные. И трава здесь зеленая. И тоже кустики все прямые. Ну, Нотр-Дам-де-Пари с той стороны, с другой стороны. Но здесь вон льется. А здесь вон цветут цветы. Для меня вот гораздо интереснее это. Все пройдет, пройдет и это, но то, что как стригут деревья и кусты, мне вот, например, гораздо интереснее. А? Сори.